У меня был секс, а теперь я ем начос! Два оргазма подряд, это круто! Любовь глупа. А вы знакомы? Уоллес, это моя кузина Шантри. А что если... Ты накажешь меня за это, да? Вот так? Ты встретил того самого человека? Я отдам тебе свой номер, тусанем. Давай. Мой парень будет беспокоиться обо мне. В самое неподходящее время. Ну, друзья? Да, почему бы и нет. Класс. Друзья. В сказках любовь вдохновляет тебя на благородство и отвагу. А в жизни любовь — это лишь универсальная отговорка для эгоистичного поведения. Ты либо циник, либо романтик, либо просто тепленький на всю головушку. Дружба между мужчиной и женщиной. Итак, Уоллес, могут ли мужчины и женщины быть друзьями? Или ты втайне хочешь чпокнуть Шантри? У нее есть парень. Бен, Уоллес пришел. Привет. Спасибо, что пришел. Ты хочешь переспать с моей девушкой? Нет, даже в мыслях не было. Ты сладенький, да? Нет. Действительно существует? Нельзя общаться с женщиной и не переспать с ней, но у меня получится. А ты что, волшебник? Гарри Поттер, что ли? Боже мой, ты как? Прости меня. Классная рубашка. Этой осенью. Так что там этот Уоллес? Мы друзья. Я давно на него глаз положила. Я твой глаз знаешь, куда натяну? Хочу примерить это платье. Оно размера S. У вас S? У меня S. Уоллес, да. Ты мне нужен тут. Что? Я типа застряла. Ты закрыл глаза? Да. А вдруг? Ты в порядке? Я ни в чем не уверена. Бывают исключения. Мне предложили работу в Тайване. Я скоро уеду. Ты цинично относишься к любви до тех пор, пока не влюбишься. И если повезет, встретишь того, кто сделает тебя счастливым. Дружба и никакого секса. 100-процентная честность – это залог любых отношений. Что? Ты на 100% честен с Николь? Да. Прямо во всем? Да. Новый Орлеан, 2006. Как там ее? Фабия. Если ты думаешь, что я спал, я не спал. 99% честности – залог любых отношений. В кино со 2 октября.